Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Анна. Это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Сегодня мы с вами будем вязать вот этот замечательный кардиганчик. Вот он. Мне он очень нравится. Здесь элементы у нас, получается, вяжется азиатский колосок. И когда вы берете тоненькую пряжу, спицы поменьше, то колосок выглядит именно так. И его можно применять кукольном вязании. Длину кардигана можете сами регулировать. Его можно сделать вот и подлиннее, и покороче вообще. Вот можно фантазировать, как хотите. Ну, давайте приступим и свяжем эту красоту. Для работы нам с вами понадобятся спицы номер 2. Я буду вязать из пряжи Alize Superlana Tick. Это у нас в 100 граммах 570 метров. Достаточно тонкая пряжа. Вот, я вяжу плотненько. Двоечка для меня оптимальный, значит, размер спиц. Чтобы вы понимали, что, какую конструкцию мы будем вязать, вот я вам нарисовала. Значит, вязать мы начнем снизу вверх. И вот будем провязывать вот это вот полностью полотно. А рукава у нас с вами будет вязаться отдельно. То есть мы только вот здесь на пройму сделаем разрезы, вот, и далее все-все будем вязать без швов. По размерам, да, по моим, одно зернышко у меня выходит около 1 сантиметра, ну там получается, может быть, 8 миллиметров, да, но я рекомендую каждому связать образец, не полениться связать именно там 3-4 зернышка, чтобы вы уже рассчитали свою плотность. Значит, мое изделие в длину 25 сантиметров получается, но оно там немножко в растянутом виде доходит до 27 сантиметров. Значит, что мы с вами в первую очередь делаем? Чтобы количество петель у нас с вами должно делиться на 3. В данном случае получается, мы наберем 54 петли. Вот, 54 делится на 3, у нас получится 18 зернышек. То же самое, если вы захотите сделать изделие покороче, то есть набираете петли кратно 3. Подлиннее набираете петли тоже кратно 3. Все, давайте наберем любым удобным для вас способом 54 петли и провяжем 2 ряда лицевой гладью. Что это значит? Значит, первый ряд провяжете лицевой, второй ряд провяжете изнанкой, и встретимся и начнем вязать наш узор. 2 ряда мы провязали с вами. Давайте начнем ввязывать наши зернышки. Первое зерно мы будем вывязывать на 6 петлях. В принципе, все зернышки будут вывязываться каждое на 6, но я вам дальше покажу, как эти 6 петелечек мы будем на 6 привязывать, потом добавлять 3, на последних 6 провязывать и так далее. Начнем. Значит, по идее, все петли нужно провязывать, но вот именно в первом зернышке первую петельку я всегда снимаю как кромочную, и чтобы она получалась у нас как бы открытая, вот таким образом, то есть не впереди, чтобы у нас тут узелка не было, а просто вот так вот снимаем. И провязываем следующие 5 петель. С кромочной у нас получится 6. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6 петелек мы провязали. Разворачиваем работу. Провязываем второй ряд. Первую снимаем. И до конца 6. Таким образом мы должны провязать высоту 8 лицевых рядов. То есть вот 2 провязали. Провязываем 3. Четвертый. Пятый ряд.
шестой. Шестой ряд. Седьмой. И восьмой ряд. Так. Все, высоту зернышка мы с вами провязали. Это у нас 8 рядов. Вот, как бы глубину или высоту. Если вы хотите быть, чтобы зернышки были подлиннее, делайте выше. В моем случае, в нашем, как говорится, кардиганчике, мы будем вязать 8 рядов. Нам надо сейчас провязать следующее, да, зерно. Что мы делаем для этого? Мы первые 3 петельки провязываем просто. Раз, два, три. И соединяем следующие 3 петельки и присоединяем следующие 3 петельки. Видите, получается как бы 3, 3. То есть 7, 8, 9 петлю. Поехали. Первая, значит, у нас уже 3 мы провязали. Дальше идет 3, это 4, 5, 6. Соединяем вот эту 7, 8 и 9. И продолжаем работать на вот этих вот 6 петлях, не довязывая вот эти 3. И вот этот ряд у нас будет с вами считаться как первый. Когда мы добавляем эти 3 петельки, это будет у нас как первый ряд. Вот. Провязали первый. Вяжем аналогично 8 рядов в высоту. Первый ряд у нас получился. Второй ряд. Вот, не довязываем 3 петельки. Оставляем недовязанными. Разворачиваем работу. Вяжем на вот этих 6 петлях. Раз, два, три, четыре. Это у нас получился с вами третий ряд. Далее вяжем четвертый ряд. Три петельки у нас остаются. Мы их не вяжем в это полотно. Пятый ряд провязали. Шестой ряд. Седьмой ряд. Восьмой ряд. Так, высоту второго зернышка мы провязали. Эта петелька все соскакивает у меня. Так, это восьмой ряд у нас, как сказала я, высоту второго зернышка мы провязали. Так, третье зернышко мы вяжем. Провязываем. Это у нас восьмой ряд мы уже провязали. Это у нас идет как первый ряд. Значит, что мы делаем? От второго зернышка первые 3 петельки провязываем просто лицевой. Оставляем, как эти. Далее присоединяем следующие 3 петли. У нас получается первый ряд следующего третьего зерна. Раз, два, три, 4, 5, 6. Это первый ряд получился у нас. Далее вяжем второй ряд. Не довязываем здесь, 3 петельки остаются. Я думаю, что до 8 ряда провяжите самостоятельно. Еще раз покажу, как вам присоединить следующее зерно. 8 рядов мы провязали третьего зернышка, и четвертое зернышко вяжем следующим образом.
Значит, первые 3 петельки мы провязываем просто лицевой, а далее в работе у нас будут следующие 3 петли и 3 петли новые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Разворачиваем. Это мы провязали первый ряд. Разворачиваем. Вяжем 6 петель. Второй ряд получается. Вот третий ряд. И так далее до 8 ряда. И вот таким образом мы должны с вами провязать каждые 3 петли, прибавляя, да, и до самого конца. Думаю, что я объяснила подробно здесь, как это делать. Просто монотонно повторяете все. Провязали 6 рядов в высоту 8, 6 петель в высоту 8 рядов. 3 петельки оставили, присоединили следующие 3 петли. Опять вяжем на 6 петлях в высоту 8 рядов. Вот, и таким образом давайте провяжем до конца, и я вам покажу, что делать дальше. Мы провязали с вами все петельки. Вот на последних 6 петлях мы провязали 8 рядов, и сейчас 9 ряд. Мы провязываем его просто вот так вот до конца. 3, 4, 5, 6. Все, мы провязали с вами все 54 петли, и у нас с вами должно вот так вот получиться. Значит, сколько здесь зернышек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И все петельки эти провязываем просто изнаночной. Снимаем кромочную и все вяжем по узору изнаночными. Вот у нас дошли до этого расстояния. Подхватываем следующую петельку. Стараемся подтянуть, чтобы не сильные дырочки были. И таким образом провязываем до конца ряда. И лицевой ряд тоже провяжите полностью лицевыми петлями. И встретимся с вами в изнаночном ряду. Мы с вами провязали изнаночный и лицевой ряд. Вот так у вас должно получиться. Все зернышки соединены между собой. Разворачиваем вязание. И сейчас будем вывязывать второй ряд зернышек. При этом мы зернышки будем формировать с изнаночной стороны. Вязать будем точно так же. Давайте покажу несколько зернышек, а потом уже до конца этого ряда вы уже провяжете сами. Первое зернышко вяжем на первых 6 петлях. Первую сняли, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Это первый ряд у нас считается. Также высоту вяжем 8 рядов. Так, первый ряд, второй ряд, третий. Так, третий ряд, четвертый, пятый, так, шестой. Шестой, седьмой ряд, и восьмой. Все, высоту, значит, зернышко мы провязали. Сейчас нам надо провязать второе зернышко. Как и в начале, да, и как мы вязали на лицевом ряду, точно так же берем следующие
Первые 3 петли мы просто провязываем, оставляем на спице. И вяжем на следующих 3 петлях и добавляем 3 петли с нового ряда, получается, да, в следующие 3 петли. Показываю. Первую петельку снимаем. Ну, это будет у нас 1, 2, 3. Вот на этих 3 петлях и следующих 3 мы вывязываем следующее зернышко. И считаем это за первый ряд. Вот. Добавили 3 петли следующие. Разворачиваем. Первый ряд провязали, второй ряд. 3 петельки оставили, их не трогаем. Вяжем только вот на этих 6. Третий ряд. Четвертый ряд. Пятый. Шестой. Шестой, седьмой. Восьмой ряд заключительный, да? Все, второе зернышко закончилось у нас. Вывязывать начинаем третье. Первые 3 петли провязываем изнаночной. Первая, вторая, третья. Ну, как оставляем их, ее, эти 3 петельки. И добавляем следующие 3 петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это первый ряд третьего уже зерна. Все, и таким образом вяжем до конца этого ряда, полностью провязывая все петли. В конце у вас должно остаться 6 петель, на них вы провязываете последнее, значит, зернышко. И когда провяжете 8 ряд, мы с вами встретимся, покажу, что будем делать дальше. Провязали мы с вами все зернышки с изнаночной стороны. И вот у нас провязан 8 ряд. Мы разворачиваем наше вязание. 9 ряд провязываем изнанкой. Все, все зернышки мы довязали. Вот так у вас должно получиться. И сейчас наша задача провязать 2 ряда лицевой, значит, гладью. Лицевой ряд вяжем лицевыми, изнаночный ряд вяжем изнаночными. И встречаемся. Провязали мы 2 ряда. И вот мы на лицевой стороне. И первый колосок у нас с вами связался. Вот так должно у вас получиться. Значит, по нашей схеме мы вывязали с вами вот эту часть. И сейчас нам надо будет с вами здесь закрыть и сразу же начать вывязывать второй ряд азиатского колоска. Как мы будем это вязать? Нам надо сначала закрыть 9 петелек. Обычным способом закрываем. Раз, два. Старайтесь не затягивать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, 9 рядов мы с вами, 9 петель мы с вами закрыли.
Далее начинаем вязать нашу первую полочку. Вяжем, как обычно, наши, значит, вот эти зернышки на 6 петель, на 6 петлях. Так как здесь у нас лицевая, да, сторона, вяжем, значит, зернышки лицевой гладью. Раз петелька у нас уже есть, да, на спице, вяжем следующие 5. Все, это у нас первый ряд мы провязали. Разворачиваем. Второй ряд. Разворачиваем, вяжем третий ряд. И так в высоту 8 рядов. И следующий колосок. Также мы 3 первые петельки, как в начале мы вязали с вами, 3 первые петельки мы оставляем, не довязываем. Добавляем следующие 3 петли, которые у нас на спицах. И вяжем на 6 петлях следующее зернышко. Вот это у нас получается уже 7-й ряд. 8-й ряд. Девятый ряд. Ну, он и первый. Раз, два, три оставляем. Добавляем 3 петли, которые на спицах у нас следующие, для следующего зернышка. Все, и вяжем 8 рядов в высоту. И так до конца всех петель на этой спице. И так далее до конца вяжем и прибавляем каждый раз по 3 петли, по 3 петли, и вяжем зернышки наши на 6 петлях. Провязали все зернышки, разворачиваем вязание, вяжем 2 ряда лицевой глади. Тут мы провяжем с вами один ряд изнанкой, и здесь провяжем один ряд лицевой. И аналогично вяжем зернышки уже с изнаночной стороны до конца ряда. Я думаю, что это уже я вам показывать не буду, потому что тут мы уже с вами все подробно провязали. Давайте провяжем 2 ряда лицевой глади и потом еще зернышки с изнаночной стороны. И встретимся с вами. Мы с вами провязали еще один ряд наших зернышек. У нас с вами должно вот так вот получиться. Сейчас нам нужно провязать, показываю нашу схему, вот здесь вот закрыть петельки для рукавов. Давайте, что мы делаем? Мы закрываем 18 петель обычным способом. Раз, два, три, четыре, пять, семь, затягивайте, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16, 17, 18. У нас получилось, что мы закрыли 5 зернышек. 1, 2, 3, 4, 5. Что мы делаем дальше? Переносим эту петельку на первую спицу нашу. Разворачиваем наше вязание. И нам сейчас нужно будет прибавить эти 18 петель. Вот таким способом. 1, 2, 3. Вот набрали с вами 19 петель. На одну больше мы здесь набрали, чем закрыли, для того, чтобы вот эту нашу последнюю петелечку и предпоследнюю соединить вместе, дабы вот, чтобы не было вот такой дырочки. Что нам надо сейчас связать? Значит, здесь провяжем лицевой ряд, довязываем, провязываем вот здесь вот все петельки, которые мы набираем, и вот эти две вместе провязываем лицевой.
Давайте я сейчас дойду до отсюда и покажу вам, как это сделать. Здесь старайтесь петелечки вязать поплотнее, потому что здесь все-таки расстояние, да, мы набирали. Первый ряд будет вязаться сложновато, потом все встанет на свои места. А вот я дошла до, провязала здесь 19 петель, дошла вот до того момента, где мы набирали петли. Видите, у нас здесь расстояние, здесь расстояние получается. Чтобы было покрасивее, как говорится, поаккуратней, мы просто провязываем. Эти петелечки так потянутся. И вот так вот делаем 2 вместе лицевой. Все, дырочка у нас ушла. Это гармонично потом войдет у нас в рисунок. Разворачиваемся, провязываем здесь опять изнаночный ряд. И далее начинаем вязать наш колосок. Колосок мы начинаем вязать на лицевой, с лицевой стороны. То есть также сначала набираем одно зернышко на 6 петлях, вяжем высоту, вяжем 8 рядов. Итак, мы должны с вами сделать вот таких вот колосков полных, да, 3 штучки. Сейчас покажу на готовом изделии, чтобы было понятно. То есть мы с вами провязали, получается, значит, 2 колоска, то есть перед. Сейчас мы с вами провязали проймочку, и сейчас наша задача провязать вот эти вот в спинку. И спинка состоит из 3 колосков. И получается, что у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 дорожек вот этих зернышек. Работа та же самая, монотонная, как говорится. Все делайте все то же самое, как я вам вначале говорила и вообще рассказываю. То есть начинаем с 6 петель и постепенно добавляем по 3 петелечки и вяжем эти зернышки. Давайте провяжем 1, 2, 3 колоска и потом встретимся здесь и с вами будем опять-таки ввязывать пройму. Вот что у вас должно получиться. То есть от проймочки мы провязали 1 колосок, да, 2 колосок, 3 колоска. Провязали потом, как обычно, мы, да, соединяем все колоски, 2 ряда лицевой глади. Сейчас нам нужно связать все симметрично, да, относительно вот этой спинки. Получается, что сейчас мы с вами, как и здесь, закроем 18 петель и развернем вязание и наберем 19 петель. Вот мы закрыли 18 петель, развернули наше вязание, набрали здесь 19 петель. Опять разворачиваем вязание, провязываем здесь набранные все петли. При этом, когда мы дойдем до вот этой вот петельки, да, нашей, получается, как 19, мы ее провяжем 2 вместе здесь, для того, чтобы сократить вот эту вот дырочку. Опять разворачиваем вязание и провязываем изнаночное. То есть получается, что у нас на вот этих наборных петлях мы должны провязать 2 ряда лицевой и изнаночной, изнаночными петлями. Все, провязали мы с вами 2 ряда здесь лицевой глади. И сейчас нам нужно будет опять-таки провязать переднюю полочку. То есть вот смотрите, нам надо провязать с вами вот эту сторону. Мы начинаем вязать все симметрично. Значит, получается, нам надо провязать 2, получается 1 колосок полный, то есть, ну, 2 дорожки зернышек. Вот так вот, чтобы было видно вам. Здесь мы начинаем вязать, так как мы на лицевой стороне, начинаем вязать с лицевых петель. Опять-таки все делаем то же самое. Вяжем на первых 6 петлях. Далее 3, 4, 5, 6. Далее, да, разворачиваем, получается, провязали 6 петель, разворачиваем, вяжем так, в высоту 8 рядов. Далее 3 первые петельки мы оставляем и добавляем следующие 3 петли. И на следующих 6 петлях также вяжем наше зернышко. То есть все здесь делается идентично. Провяжите, давайте провяжем с вами вот это одно зернышко. И потом я вам покажу, как здесь уже нам увеличить и окончательно вот эту провязать последний наш с вами колосок. Вот этот колосок планку. Мы с вами провязали 1 колосок, и сейчас наша с вами задача
соединить все вот эти вот петельки колоска. Но мы сразу это сейчас провязывать не будем, а добавим для вот этой вот планочки, да, 9 петель. То есть, как мы это делаем? Вот мы провязали, да, все наши, получается, колоски. Просто разворачиваем и обычным способом, как мы набирали с вами до этого, набираем эти вот 9 петелек. Далее нам с вами надо будет провязать 2 ряда лицевой глади и провязать, так, 2, 4, 6, 7, 8, вот 9 петелек мы набрали. Сейчас мы с вами провяжем 2 ряда лицевой гладью, то есть это лицевая, изнаночная, и начнем вывязывать колосок. А вот нам надо будет, получается, провязать 2 ряда зернышек, и у нас выйдет с вами колосок. А далее в конце мы провяжем, опять-таки, все наши зернышки соединим, провяжем, значит, 2 ряда лицевой гладью и закроем просто обычным способом. Сильно не затягивайте, чтобы у нас с вами, ну, полотно немножко было эластичное, да, такое. Все, я думаю, вы у меня умнички, исправитесь с этим самостоятельно. Здесь вот мы набрали и начинаем прямо вот с этих петелечек вязать уже, как я вам говорила, да, 2 лицевой глади и потом уже 6 петель. На 6 петлях зернышко вяжем. Далее добавляем следующие 3 петли и так далее. Потом разворачиваем с изнаночной стороны зернышки добавляем. И все у нас с вами полностью эта деталь будет готова, и останутся у нас рукава. Основную деталь мы с вами закончили. У вас вот так должно получиться. То есть получается, это у нас как планка, потом передняя полочка, спинка, передняя полочка и планка. Давайте сейчас мы с вами свяжем рукава и потом уже приступим к сборке. Для рукавов в моем случае я наберу 24 петли и провяжу 2 ряда лицевой глади. Еще раз напоминаю, что раппорт узора должен, значит, у нас количество петель должно делиться на 3. Если вы хотите поменьше сделать рукавчик, то сделайте, набирайте поменьше. Если хотите подлиннее, у вас потоньше пряжа, то набирайте подлиннее. Но обязательно должно делиться на 3. Набрала я 24 петли. И далее мы также будем с вами провязывать наши зернышки. Смысл показывать сейчас вам, как вязать эти зернышки, нет, потому что если вы уже провязали все это тело, то как вязать, вы понимаете. Значит, наша задача для рукава связать вот раз, два раппорта нашего колоска. То есть вы вяжете первые зернышки, разворачиваетесь, заканчиваете полностью колосок, далее опять вяжете вот эти зернышки, да, как третья линия зернышек, и заканчиваете четвертая линия зернышек, и у нас с вами получается рукавчик будет состоять из вот таких двух полосок, вот, да, как видите, да, колосков, из таких двух колосков. Я думаю, что вы с этим должны справиться самостоятельно, так как вы провязали уже очень-очень много, и этот небольшой вот такой штрих, маленькие рукавчики, как говорится, не заставит туда это сделать. Вот давайте провяжем и вернемся. Надо, конечно же, связать две детали, так как у нас два рукава. И потом будем уже с вами делать сборку. Вот такие два рукава у нас должно получиться. Постарайтесь здесь не сильно затягивать. Если сильно затянете, здесь не будет, ну, пружинить, да, вот этот вот краешек. Все, приступаем к сборке. Что нам надо сделать? Во-первых, сложить рукавчики пополам обязательно сначала и сшить их. Сшивайте удобным для вас способом. Я сшиваю крючком. Это первое. Второе. Самое сложное, ну не то, что сложное, такое, да, долгое. Это правильно сшить наш кардиганчик. Значит, что мы делаем? Во-первых, сшиваем в первую очередь плечевые швы. Смотрите, у нас плечевые швы вот здесь вот, да, на половиночку заканчиваются попереду.
И здесь мы должны с вами отметить также половиночку, вот эту вот деталь. Взять вот эту половинку, ну, то есть целый, получается целое зернышко, не зернышко, а целую косичку. А так, если смотреть, вот эти у нас с вами здесь как арочки получились, пол этой арки. Вот так соединяем, ну, естественно, вот так с изнанки, лицо к лицу. Соединяем, вот так вот фиксируем и сшиваем. Далее точно так же соединяем, вот здесь вот фиксируем половинку вот этой арки, фиксируем и также сшиваем. Плечевые швы мы с вами сделали. Таким образом у вас должно получиться. Выворачиваем, смотрим, да, вот как получится. Все как бы аккуратненько. Далее нам надо с вами, значит, ну, поработать с планкой. Для этого с изнаночной складываем изделие лицевой стороной. И нам надо будет вот соединить здесь нашу планочку. Ну, тоже обычным способом, как хотите. Я вот сшиваю крючком, как я говорила. Вот здесь вы сошьете, то есть лицо с лицом, естественно, да, и по изнанке сошьете. Далее, это у вас получится вот таким образом. Далее вы соединяете деталь вот так, то есть вот воротничок, да, который у нас вот здесь образовался, с этой планкой. И также здесь сшиваете. То есть, чтобы было вам это все сделать легче, сначала мы сшиваем саму планку, потом уже совмещаем по центру наш шовчик и соединяем, уже пришиваем планку уже к горловине. Давайте сделаем это и посмотрим, что будем делать дальше. Вот что у нас с вами получилось. Пришили мы планку. Сейчас нам нужно с вами вот эту планочку поделить вот так пополам, вот таким образом, и просто произвольно пришить по кругу, вот так вот, так сложить, не надо сильно затягивать, вот таким образом, и у нас с вами выйдет вот такая планочка. И при этом, я думаю, что сразу можно и вшить рукава. Значит, рукавчики мы с вами связали уже, сшили. И низ рукавов у нас с вами будет вот эти две арочки. Вот так вот сложим их пополам. Это получается у нас низ, две арочки. Это будет у нас с вами верх. И пришиваем тоже. Вшиваем эти рукавчики. То есть можно вот так вывернуть, присоединить лицо в лицо, лицо с лицом, соединить вот этот средний шов с этим швом, с боковым швом, вот таким образом. Все поправить и сшить. Когда мы это все сошьем, вывернем, и у нас рукавчик будет на месте. Давайте закончим уже сборку нашего кардиганчика и посмотрим в итоге, что у нас с вами получится. Все, наш жакетик готов. Кардиганчик, жакетик, не знаю, как назвать. Давайте померим на куколку. Оденем. Вот как у вас тут должно получиться, когда мы планочку с вами сшили. Так. Все, поправим.
Все, наш кардиганчик готов. Смотрите, как классно смотрится. Вот, и в белом цвете тоже. Вот спинка. Сейчас волосики уберу, покажу. Воротничок наш с вами. Вот так вот смотрится наш кардиганчик на куколке. Все, я надеюсь, что у вас все получилось, вам все понравилось. Все, встретимся с вами в следующих подключениях. Всем пока-пока!